учительница в первом классе Людмила Алексеевна. Я помню ее очень хорошо. Мне кажется, что все учителя младших классов очень добрые. Потому что вот я ее запомнил именно такой доброй, домашней, замечательной. Любимым учителем была моя мама, потому что она всю жизнь проработала в школе. Она преподавала французский. У нее очень много различных сертификатов. Ее даже представили к званию заслуженный учитель. Вот. Но она отказалась из скромности. Она посчитала, что она еще не заслужила. Она очень креативно подходила. Тогда компьютеров не было, когда она преподавала. Но она использовала наглядные пособия, слайды, диафильмы, все, что можно было вот на тот момент. Дорогие учителя, я прежде всего хочу вам сказать огромное спасибо. В ваших руках наши дети. И сейчас условия все более и более изменяются. Как бы ни был развит прогресс, душа и сердце учителя на первом месте. И никогда вас не заменят никакие ни роботы, ни искусственный интеллект, ни нейросети. К детям нужен подход и нужны эмоции обязательно. Нужно включать душу и сердце. Что вы и делаете. Спасибо вам и с праздником.